И правильно сделать раз. Меньше честно клиник надо оставлять. Делать нормальные. Хорошо, да, он есть был, это точно нормально. Получше, чем хороший. Сейчас кому на кому как хорош. Пусть я смел, потому что... Да, геймплей, то, что были хорошие, очень... И хорошие поликлиники. Тут геймплей, там, которые жили на полной жизни сразу. А что я делаю? Нормально. Бесплатная операция, бесплатная, без ничего. И за день или бесплатно, и не спрашивает них спал от всех этих кошки, что таким же человек родился. Дальше, место же следующее, повышение зарплаты людям тем, которые не работают и не могут устроиться на работу. И пожалуй, повышение хорошей зарплаты. Люди работают, воевали, на что она, конечно, хорошая зарплата. И дальше не надо больше и очень заставить. А у них 19 по песне зовут Пенелу. Потому что такое бедная жизнь, как сейчас идет. Нельзя, не нормально остаться на работу. Не нормально завода, не... Потому что никто не берет. Сейчас со стыдом никуда обозванных людей. Молчи. Кроме завода. Не нахуй никому сейчас не нужно. В государственной клинике у нас вообще мало и специалистов, которые разбираются на гемодиализе, правильных лекарствах. Их вообще нет таких специалистов, а должны быть. И врач не имеет права брать деньги с пациента и отправлять его на платный анализ, когда можно делать бесплатно в своей же поликлинике. Если врач не хочет нам работать и помогать людям, то он не врач, он ох, болеющий. Это не подарок. Он забыл болеющий. Всем спасибо, всем пока. Кто за меня, с тобой будет за них поплатить. Через свое мнение, с вами.